Пане Романе, Україна вже отримала перші F-16 від Нідерландів, де ще 24 борти доставлять найближчим місяцями. Міністр оборони країни Брекельманс про це повідомив. Окрім цього, він оголосив про виділення 400 мільйонів євро на розробку та виробництво ударних та розвідувальних безпілотників спільно з Україною. Якщо ми говоримо про кількість 24 додаткових винищувачів F-16, наскільки це посилить нашу протиповітряну оборону? Можливо, на майбутнє ми вже будемо використовувати F-16 не тільки як протиповітряну оборону. Що думаєте ви? Все буде залежати від того, який спектр вооружений буде передаватися з цими F-16. Самі по собі самоліти – це, звісно, хороша річ, тільки якщо вони без вооружения, то це просто хороша річ і не більше того. Максимум, що вони можуть виконувати в воздухі, це ганятися за вороб'ями або за шахедами з пушкою. І все. Ну, це, звісно, не їх задача. А вот вооружений пока на данный момент, кроме GSO, которые сейчас уже подтверждены, это планирующие авиабомбы, пока никаких других нет. А это дальность всего лишь 100 километров. То есть, может быть, 100-130 километров, не более того. Потому надеемся на то, что с передачей достаточного количества самолетов, а те цифры, которые уже подтверждают наши партнеры, а эти партнеры нас никогда не подводили. То есть мы получим как минимум бригаду самолетов. То есть вот как минимум две эскадрильи – это минимальное количество для бригады. Ну а реально, если будут еще передаваться, скорее всего, будут передаваться самолеты от других участников коалиции летной авиационной, то мы получим бригаду в полном составе, где-то около 40-45 самолетов. А это уже самолеты, если им будет придано достаточное количество боеприпасов, они создадут серьезное давление по одному из направлений фронта, не по всему фронту, по одному из. Вот бригада нужна, допустим, для пролома или контроля одного направления, типа Херсонского, Запорожского, Донецкого, Луганского, Харьковского, Курского, допустим. То есть вот на каждое направление должна быть одна бригада самолета. Вот она тогда выполняет в полном объеме весь спектр, раскрывает в полном объеме весь спектр возможностей F-16, если будут приданы достаточное количество вооружений всей номенклатуры. F-16 может поднять в воздух около 120 наименований вооружений воздушного базирования. То есть хотя бы там пару десятков, если будет нам передано, то в принципе мы можем даже рассчитывать в этом году на некоторые контрнаступательные действия на одном из направлений, в зависимости от плана, который будет разработан в Генштабе. Пане Романе, і те, що до хороших новин, бо українська розвідка вивела з ладу ще один російський корабель. Йдеться про тральщик Балтійського флоту РФ Олександр Абухов. Корабель сильно пошкоджений через загадкову появу отвору в двигуні цього корабля. Тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це, в свою чергу, виявило серйозну проблему для росіян. Давно ми не чули, насправді, хороших новин по Чорноморському підводному флоту, здається. Але що вже вам про це відомо, та яку роль грав цей тральщик у війні, яку ми маємо зараз, і що це зараз може змінити безпосередньо у росіян? Нет, ну это тральщик, это добрались такие серьезные руки Главного управления разведки до Балтийского флота. Она к черному отношения не имеет. Это Балтийск, это рядом с Калининградом, то есть это Калининградский эксклав, так называемый российский эксклав, Калининградская область, там расположена часть Балтийского флота. Это Балтика, Балтийское море, Балтийск так и называется, такой городок, в котором есть достаточное количество именно кораблей Балтийского флота, потому дошли и до них. Это уже не первый раз, кстати, на том направлении работает наше Главное управление разведки. Руки длинные, это и задача разведки, разными путями, иногда копеечными, по большому счету, то есть мелкими действиями, с одной стороны, которые приводят, в конце концов, к серьезным результатам. Вот практически серьезный тральщик в Балтийском море выведен из строя. Это мы помогли нашим натовским братьям, можно уже так говорить, на Балтийском флоте и республикам Балтии, Эстония, Литва, Латвия, естественно, Польша, Германия, ну и всем странам НАТО, которые
которые сейчас находятся именно на берегах Балтийского моря. Сейчас Балтийское море — это практически внутреннее море натовское, там россияне лишние. Раз не получается у наших партнеров выполнять такого рода задачи, мы им поможем. Вот Главное управление разведки взяло на себя такую задачу, она его выполнила вот таким способом. Как минимум один корабль отминусован именно на Балтике. За що ми дякуємо ГУР, просимо і в коментарях написати подяку нашим силам оборони, всім тим, хто знищує російську техніку не тільки на території Російської Федерації, але і далеко вглиб. Пане Романе, у Сочі знесли головну будівлю резиденції Путіна, він не був у ній протягом останніх 7 місяців. У 24-му році Путін навіть не полетів на день народження Аліни Кабаєвої, що робив щонайменше із 12-го року. Про це повідомляє проєкт із посиланням на власний аналіз супутникових знімків. Чи погоджуєтеся ви із так проєктом, який повідомляє ось цю інформацію, що очільник Кремля Володимир Путін, він перестав просто-напросто відвідувати резиденцію Сочі через те, що він боїться за своє життя після так безпілотників на об'єкти в цьому місті? Можливо, можуть бути якісь інші причини, чому він не відвідує це місто і чому все ж таки головну будівлю резиденції Путіна знесли? Ну, это уже физиология. Ну, какая Кабаева, восьмой десяток лет? Ну, понятно, никуда он там не поехал. Естественно, раз ни Кабаева и ни физиология, то ему там и делать. Потому дал команду снести ее. Тем более страшно уже подъезжать к Сочи, так как наши дальние средства поражения достают и туда. И неоднократно, кстати, там уже наши беспилотники рядом проходили, выполняли боевые задачи, просто пока еще в недостаточном объеме. Тут же ж вопрос времени, потому Путин просчитал, что впереди ему уже не светит ни Кабаева, ни физиология, ни Сочи как таковые, дал команду снести. Здесь это, конечно, часть иронии, но где-то рядом с правдой. Також, пане Романе, от в продовження цієї теми, сьогодні знаємо, що диктатор нібито саме сьогодні святкує своє день народження. В принципі, в коментарях можете написати, що ви в лапках побажали цьому диктатору вбивці, фактично. Але, пане Романе, ми на минулому тижні з вами обговорювали, що Путін і його фактично генерали і Мінсмерті Росії може вдатися до різних провокацій і на фронті, і обстріли. От як ви думаєте, що сьогодні, можливо, чи найближчими днями преподнесуть диктатору його фактично найближче оточення? Ну, не сложилось. У них несколько таких подарков должно было быть, в принципе, под его так называемый день рождения или предполагаемое. Там очень много есть конспирологических версий по поводу дня рождения, года рождения, ну и так далее, и тому подобное. Путин ли это? ГУР до сих пор не уверен в том, что это тот Путин, который был там 25 лет назад. Но это такое. Вопрос в подарках как таковых. Для россиян есть некоторые сакральные даты. У них скрепы, проблемность с этими скрепами. Психоматрица практически любого россиянина, ну, большинства, по крайней мере, 2/3 — это вот то, что практически на 100%, 2/3 россиян поддерживают геноцид украинского народа. А потому там проблема психоматрицы. Там прописаны эти скрепы, а там записан, то есть там определенный код записан с привязкой к определенным сакральным датам. Вот одна из них — день рождения или предполагаемый день рождения правителя, тирана, который в данный момент руководит этой большой территорией. Естественно, они пытались что-то ему там показать, предложить какую-то очередную вундервафлю. Вот не сложилось у них с Сарматом. Разнес Сармат очередной шестой пуск, разнес пусковую шахту. Не сложилось у них буквально день назад, не сложилось у них с Охотником. Это тяжелый беспилотник, который пришлось самим же завалить над украинской территорией. Мы сейчас его разбираем на молекулы, посмотрим, чем они там пытались порадовать Путина. Не сложилось, потому что вышел из-под управления и, естественно, не выполнил ту боевую задачу, то и так опростоволосили. Потому у Путина уже вообще ничего не осталось, чтобы можно было ему подарить, потому не исключая возможности какой-нибудь террористической атаки очередной
на которую могут пойти отчаявшиеся генералы, которые не смогли порадовать основного тирана. Может быть, что угодно, потому что эту несколько дней ближайших надо быть в полной готовности встретить эти подарки, так сказать, для Путина, которые к нам полетят. Ну, а реально, я думаю, мы же тоже что-то подаем. Надо же поддержать, так сказать, или поздравить предполагаемого там президента России, или как угодно его можно называть, там большой вопрос еще по президентству, ну и пожелать ему долгой жизни в каком-нибудь карцере,